Уважаемый Николай Иванович, мы очень вас уважаем, поддерживаем вашу политику, в том числе в отношении престарелых граждан, в том числе инвалидов, в том числе поддерживаем вашу политику в системе ЖКХ. Мы видим ваше настроение, видим ваш напор, с которым вы хотите все это поменять. Но те компании, которые были оформлены не пойми на кого, а точнее говоря, на слесаря управляющей компании, был наш дом оформлен, что он у нас председатель совета дома и все. Это длилось с 2011 года, с 2011. В 2015 эта компания сменила руководителя, и к нам пришел вместо господина Горшкова, я говорю сейчас про УК, УО коммунальник, к нам пришел господин Кирин, который сказал, что на вашем доме денег нет, не было и не будет. А когда мы проплатили ему весь 2015 год, он сказал, что у нас изменилась методика расчетов, и на вашем доме опять нету никаких денег, вы не получите никаких ремонтов. Никаких крыш и крыши ремонта не будет. С 2014 года у нас аварийная ситуация с кровлей аварийной ситуации. Я не говорю про другие инженерные системы, я не говорю про территорию, про окна, которые благодаря только вам и нашей активности на выборах в 2014 году, в 2014-2015 году нам поставили эти окна. Но сейчас происходит что? В 2015 году та компания разорилась, и остались опять те же люди. Они сменили одну букву. Одну букву сменили. Это как раз именно тот случай, про который вы говорите, что вы будете находить такие компании и бороться с ними, и в том числе публично. Да. Мы просим вас внимательно посмотреть, разобраться. Мы обращались и в ГЖИ. Мы обращались и лично на встречу с Абриталиным ходили. Мы писали письма и господину Меню, и господину Шевцову. Мы обращались в АБЭП на Соколова 34. И все безрезультатно. Нам приходят опять ответы из управляющей компании, что у нас не такая методика, вы ничего не получите. Еще раз я повторяю, компания меняет ежегодно одну букву и продолжает существовать. Люди здесь не живут, они существуют. А некоторые живут с тазами в 21 веке. У нас из 20 квартир в 15 люди живут с тазами. Несколько квартир люди вообще не могут жить, потому что обои на полу. Грибок съел ихнее жилье. Единственное, это 21 век. Можете посмотреть статистику. Мы 80% всегда приходим на выборы. Мы голосуем за вас правильно. Лично, за партию власти. Да, правильно. Мы потому что... Это был дом Карла Маркса 8. Да. Дом Карла Маркса, Ленинский район, центр города. Относительно новый дом. Просим, сколько времени, хоть бы сделали нам держалку. Мы старые, вот две слепые старые бабушки, 86 лет. Не можем пройти даже по этим лесенкам. Все разрушено. А нам говорят... Денег нет. При личной встрече господин Кирин назвал жителей этого дома стадо баранов и сказал, что вас из-за того, что меня штрафуют, выкинут на торги и будут торговать вами как баранами. Я хотел бы за него еще лично спросить за это.